Здравствуйте, меня зовут Олег Титов, я шеф-повар. Сегодня мы вместе с вами приготовим овощное сате, используя овощаиску Faberlic. Очень важно правильно собрать овощерезку. Достаем насадки, которые удобно хранятся в контейнере. Плотно фиксируем крышку до щелчка. Нам потребуется насадка для крупных кубиков. Вставляем ее именно так, как я показываю, и обязательно фиксируем. Верхняя насадка вставляется без труда. Нам нужно порезать овощи небольшими кусочками, чтобы они поместились в насадку. Нажимаем на ручку крышки достаточно резко и с усилием. Не бойтесь ее поломать, она как раз сделана для того, чтобы порезать даже твердые продукты типа сырой картошки или пармезана. Затем меняем насадку на мелкую для лука. Морковку я порезал на кружочки с помощью терки. Пока масло разогревается, давим с помощью ножа пару зубчиков чеснока. Обжариваем вместе с веточкой тимьяна для аромата. Отдельно в сотейнике обжариваем овощи, перемешиваем и тушим пару минут. Когда овощи почти готовы, добавляем морковь и соевый соус. Солим и перчим по вкусу и доводим до готовности под крышкой. Сервируем готовое сате с гарниром. Украсим блюдо зеленью, которую я нарежу удобными ножницами Faberlic by Юлия Высоцкая. Наше овощное сате готово. Приятного аппетита!